Привет, друзья! Ну что ж, сегодня удалось выиграть. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Сейчас расскажу, что у меня происходило в партии. Сначала пару слов о своем противнике. Мой противник Михаил Антипов, молодой российский гроссмейстер. Стал гроссмейстером в 15 лет. Был самым молодым гроссмейстером России, занимается у Долматова, причем лет, наверное, с 10, а то и с более раннего возраста. То есть очень перспективный шахматист. Перед тем, как стать гроссмейстером, обыграл меня в 2011 году, ему было 13,5 лет. Обыграл меня на Аэрофлот Опене, если не ошибаюсь, в первом туре. Или во втором, наверное, в первом. Вот, тоже белыми. Шахматист очень перспективный, то есть, соответственно, сейчас ему уже недавно исполнилось 21 год. Играть он умеет, но сегодня просто вот такой у него несчастливый день был. Началось все с того, что, видимо, не угадал он с дебютом. Сыграл Е4, и я вместо того, чтобы выбрать свой любимый каракан, избрал ход Е7, Е5. При подготовке было обнаружено, что против хода Е7, Е5 у Михаила, в общем, есть некоторые трудности в борьбе с этим ходом. Важно было не перепутать и рукой не пойти С7, С6. У меня был один подобный случай, тоже на одном из аэрофлотов. Я играл после серии в 5 ничьих, выиграл 2 подряд партии. И в 8-м туре должен был играть черными с гроссмейстером Фрольяновым. Всю ночь готовил атаку маршала со всеми отклонениями. А рука за доской автоматически пошла от С6. Партию, в которой Михаил меня победил, я тоже вклею вот в эту... в файлик, который вы сможете скачать после, ну, под роликом он будет. Вот. В этот раз на Е4 было запланировано Е5, и рука сбоя не дала. Ответ С24 меня поразил, ход явно второсортный. Тем не менее, так играл гроссмейстер Айзер Мирзоев, то есть я вот при подготовке к записи этого ролика посмотрел, так играл Мирослав Грабарчик, опытный гроссмейстер из Польши, причем тоже против гроссмейстера. Ну, нельзя сказать, что ход совсем уж плохой. Сразу вспомнилась история, рассказанная мне в далеком 98-м, по-моему, году Артемом Ахметовым, Артемом Замфировичем Ахметовым, тогда просто Темой, или не в 98-м, а в 2000 каком-то, в начале 2000-х. Ну, неважно. Он рассказывал, что когда он жил в Ноябрьске, несколько друзей, они приходили друг к другу на квартиру, играли в шахматы, и вот, ну, уровня примерно кандидатов в мастера. И, говорит, один против меня сыграл Е4, и на Е5 пошел С4. В ответ, говорит, на удивленный немой вопрос, сообщил, что, ну, а что играть, испанскую, что ли, там же все ясно. Вот, то есть, ну, понятно, молодой гроссмейстер уровня 2600 хочет запутать ветерана. Ответ конь С6 самый естественный, ответ слон С5 тоже. Кстати, ему практически это удалось. Хотя партия и короткая, и закончилась победой черных, тем не менее ветеран реально запутался. Сейчас увидим. После конь F3, D6 вроде все делали... Черные замечательно, конь Е7, чтобы F7, F5 провести. На F6 конь стоит чуточку похуже. Хотя на F6, может быть, стоило его развить с целью перевода через D7, F8 на E6 и на D4. То есть не лишено было смысла. Вот. В ответ на А3 компьютер считает, что самое правильное сделать рокировку. Вторая у него линия — это А7, А5. Не позволяя белым захватить пространство, после хода А7, А5, в ответ на слон Е3 черные могут не реагировать, а стоять слоном на С5 дальше.
Я пошел А6. В принципе, ход все еще удерживает минимальный плюс у черных за счет слабости белого пункта D4. К тому же белым сейчас пришлось сделать массу ходов пешками, то есть они отстают в развитии немножко. Следующий ход H3 компьютеру уже очень сильно не нравится, но понять белых можно. В свете слон G4 бьет F3 с усилением давления на пункт D4, ход H3 вполне смотрится. Здесь я сразу пошел F5, можно было сделать рокировку и потом после слон E2 сыграть F5, конечно же, а не F6, как у меня было записано. Это привело бы к той же самой позиции. Теоретически могло привести к той же самой позиции. То есть здесь мой противник мог сыграть слон Е2. Но он сыграл слон Е3. Ход хороший. Белые усилили контроль над пунктом D4. И вот я ошибся. Железный дровосек советует играть конь D4. У меня была такая мысль. Поставить коня на D4. Если белые бьют, слон бьет D4, то после ЕД даже могу потерять пешку D4, слон А7 будет свирепствовать. Скроется линия F, то есть там у черных полный порядок. Вот. Конь D4 был хороший ход. Не менее хорошим ходом Стокфиш считает короткую рокировку, не опасаясь размена на А7. Но подумаешь, ладья встанет на какое-то время на А7. Черные опередили в развитии и стоят однозначно лучше. Ход слон бьет Е3 позволил полностью уравнять игру белым. И здесь уже от черных требуется некоторая аккуратность. Но пока это незаметно, мне все еще казалось, что у меня поприятней. И вот конь G6. Конь G6 ход естественный, я хочу пойти F4. Мой противник не понял идеи F4, быстро сыграл слон Е2 здесь. Но вообще предыдущие ходы требовали раздумий с обеих сторон. То есть в цейтнот-то мы очень быстро попали, потому что позиция свежая, очень хочется в ней разобраться, подумать, каких-то ориентиров, имеется в виду партий, на которые можно ориентироваться, нету. То есть жестко своей головой, как в шахматы Фишера. Ну, почти как в шахматы Фишера, шучу. Вот. И здесь белым, конечно, надо сыграть слон Е2, 2-0, и у них полный порядок. Но вначале им стоило взять на F5. И после слон бьет F5, слон Е2. Внешне позиция кажется, ну, абсолютно такой же, какая была. Тем не менее, вот то, что белые захватили пространство на ферзевом фланге, это серьезный плюс для них. Главное, у коня C6 не видно каких-либо перспектив. То есть, если в этой позиции сыграть, ну, как-нибудь там типа H6, ферзь d7 или там даже a5, то белые просто прорываются в центре и стоят, на мой взгляд, просто приятней. Конь e7, фигура, вообще вот конь c6 мне не нравился с самого начала. То есть вот после того, как я пропустил b4, вот разменялся на e3, конь на c6 меня страшно напрягал. Мне хотелось найти ему достойное применение. Кстати, компьютер советует на ef играть не слон бьет f5, а делать ход конь h4. И вот вроде вот этот эндшпиль равный. То есть черные разменяли, у них нет лишнего коня, поставили пешку на c6. И, в общем, по мнению, опять же, Стокфиша, здесь равенство. Хотя мне кажется, что белыми играть все-таки попроще. То есть здесь, видите, поспешный размен на e3 привел к тому, что уже от черных требуется аккуратная игра. Ну ладно, там варианты дальше приведены, чтобы ролик не получился двухчасовым. Я немножко ускорюсь в показе партии. Слон e2 не точный ход, но ничего страшного еще не произошло. Просто белые поняли, что чуть-чуть поторопились. И беда не приходит одна. Моему противнику не понравилось, что после короткой рокировки, скажем, Fe, ферзь бьет e3, конь идет на f4. Это действительно кажется неприятным. Он может через e6 на d4 потом пойти, или там начать создавать угрозы пешке h2. И это побудило его поискать идеи, позволяющие перехватить инициативу. И вот он наткнулся в своих размышлениях на ход g3. Ход откровенно антипозиционный, и я был
просто поражен, но после FG ладья G1 уже пришла очередь мне погрузиться в раздумья, потому что если сыграть слон бьет H3, вот жадно, то есть я вроде как люблю жадничать, то вот здесь я не понимал, как я могу защититься от ладья H1, слон куда-то отошел, конь пошел на G5, ферзь на H2. Как вот от этой матовой атаки можно спастись? Никаких шансов создать какие-то угрозы серьезные на ферзевом фланге у черных нету. Пешка на Е3, видите, которую опрометчиво черные переставили туда, является просто важнейшим защитником центральных полей в лагере белых. Вот. Но с другой стороны, вот в этой позиции не может же быть у черных плохо. Они опережают в развитии. У них мощная проходная на G3. И если ее удержать, то есть в этом направлении двигались у меня мысли, если ее удержать, то можно будет подумать уже и о перехвате. И вот я наткнулся на такую жертву качества. Теперь плохо ферзь H4, потому что ферзь G2 и пешка. Если пешка G3 теряется, а пешка E3 не теряется, то вроде бы у черных все плохо. Вот. Наткнулся на ход ферзь g5. Теперь нет хода ферзь g2, потому что подвисает на e3. И от белых вообще требуется какая-то серьезная игра. То есть нет хода конь e2. Давайте покажу, по-моему, я в анализе это не указал. Из-за конь h4 и на ладья бьет g3. Просто ферзь бьет g3, конь бьет f3, конь бьет d2. Шашки, лишний конь и лишний слон у черных остается. Вот. А если же слон... слон даже уйти толком никуда не может. Там угрожает G2. Слон H1, G2, это, конечно, красиво. Но если слон G2, то достаточно, наверное, слон E6 и потом ладью на F2 вбрасываем. И там уже появляются идеи, связанные с B7, B5. Вот. И слон бьет H3, конечно. Чего я вам морочу голову? То есть, конечно, слон бьет H3. Вы извините, сейчас я уже без стокфиша смотрю. Вот. То есть, конь E2 уже не пойдешь. Но я на этот вариант долго не мог решиться. На слон G4 хотел я здесь сыграть H5. Мне казалось, что если белые возьмут на C8, то после ладья бьет c8, потом конь пойдет на h4, пешка встанет на g2, и у черных более чем достаточная компенсация за пешку. Вот. Михаил видел это тоже и планировал взять на h5 с очень сложной игрой. То есть у белых появились какие-то шансы по линии g. Ферзь g2, король d2, ладья g1. Черные пока что нигде не играют, у них оборонительная стойка. Единственное, материала у черных чуть-чуть побольше. Компьютер оценивает как равно плюс, но в преддверии цейтнота эту позицию сложнее было бы, наверное, играть черным. Вот. Но, на мое счастье, тут меня в процессе обдумывания хода ладья бьет f3, посетило озарение и промелькнул такой вариант. Слон бьет g3, hg, ладья f8. Черные полностью мобилизованы, угрожают сыграть ладья f2, ну или хотя бы ладья f3, нападая на пешку e3. Ответ белых вынужден, на длинную рокировку просто будет ферзь бьет g4. Сейчас конь h4 и пешка проходит. На конь e2 будет конь h4 и теряется на e3. Ну это... даже так далеко и считать не надо, там по весу видно. А на ладья бьет g3, я наткнулся на удар конь d4. И вот опять же, спасибо всем, кто смотрит меня. Если бы я не делал ролики для вас, я бы вчера не обнаружил, что упустил выигрыш ферзя в партии против Олега Вострухина. А здесь та же самая идея. Но вообще ход конь d4... чем хорош? Если белые хотели сделать длинную рокировку, а мы не даем на длинную рокировку, у нас на длинную рокировку у нас заготовлен удар конь b3. И забрали ферзя. Также мы угрожаем просто дать вилку конь b3, то есть конь туда лезет. Получается, что ед бить надо, и после ладья f1 шах, то есть вот то,
что я упустил отвлечение короля от защиты ферзя, упустил против Олега Вострухина, но прием теперь мне врезался немножко в память. И после конь Е2, ЕД, у белых совершенно проигранная позиция, черные просто собираются пойти конь Е5, конь бьет Д3 и запустить пешку Д потом в ферзи. Ладьи разобщены, конь Е2 никуда не выпрыгивает, нельзя бить на Д4 из-за ферзь Б2 вилка, висит конь, висит ладья. Ну и, в общем-то, защиты нет. Мой противник сыграл c5 и после dc сдался, потому что на bc последует, как я уже говорил, конь e5, и защиты нет. Конь не может уйти на d4 из-за вилки, ладья не может покидать первый ряд из-за конь бьет после, скажем, условного bc, конь e5, ладья b1, конь бьет d3, ладья бьет b7, нету. Из-за ферзь e1 шах и падает конь на e2. Ну, здесь мой противник сдался, хотя, на мой взгляд, ему стоило продолжать борьбу. Все-таки шахматист я возрастной, цейтнот намечался, партия напряженная, форсированного выигрыша нету, чтобы вот так вот шаг, шаг, взял, 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 провел ферзя или что-то выиграл, нету. То есть здесь ему стоило продолжать борьбу. Почему я так говорю? Потому что вот сегодня была еще одна партия, которую я тоже вклеил и которая тоже попадет в этот в ЦБВшный файлик. Мой друг и коллега Сергей Владимирович Искусных не сдавался белыми вот в такой позиции. То есть вот в такой позиции он мог получить мат, ладья b1, ладья бьет a4, ладья d1 и мат. Его противник этого не заметил, но видно, что проходит пешка a4, что спастись ну, невозможно. То есть, вот она просто идет и проходит. Вот здесь, казалось бы, вот любой бы остановил часы, но не Сергей Владимирович, например. Он пошел ладья b5, после король бьет e4, повел пешку вперед, теперь задержал ферзя. И, имея 20 минут времени, его противник, Дмитрий Родин из Воронежа, поставил здесь ферзя. То есть, всякое происходит. Все-таки в возрасте зевают все. Стоило, в общем, побороться. И Михаилу. Вот. Но в целом я, конечно, очень доволен, потому что отрезок партии, начиная с 14-го хода, я реально провел очень хорошо. Еще раз всем спасибо. Кто не подписался еще на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. И болейте за меня, мне это надо. До свидания.